В Макеевке прошел студенческий фестиваль. Назывался он «Мы – студенческая семья». Участвовали в нем учащиеся вузов города, демонстрировали свои таланты, пели, танцевали, показывали юмористические сценки. Праздник устроили накануне Международного дня студента, который будет отмечаться в субботу. Самым талантливым и умным учащимся вручили грамоты от мэра Макеевки и областной администрации. Мы пришли получать наши грамоты за хорошую работу, которую мы проводим уже на протяжении многих лет, за организацию различных мероприятий, как внутривузовских, так и региональных. До поступления в институт я занималась профессиональными танцами. Я занималась ими 12 лет, но поскольку при поступлении осталось очень мало времени на занятия, я начала танцевать внутривузовские номера, и позже мы создали свой коллектив, который на данный момент функционирует. Мы выступаем в Макеевке, Донецке, и мы очень любим это дело.